прошлом году оформлением баннеров к 300-летию Полевского занималась команда дизайнеров Управления по связям с общественностью Северского трубного завода. Этот проект получился успешным, и в этом году глава города Константин Поспелов обратился к управляющему директору градообразующего предприятия Михаилу Зуеву с просьбой снова украсить Полевской ко дню города. Несколько месяцев дизайнеры воплощали в реальность идею руководителя Управления по связям с общественностью и органами власти ТМК в Полевском Александра Федосова, который предложил создать наглядный навигатор с местными достопримечательностями. Евгений Баженов – один из тех, кто реализовывал этот проект. Сначала мы выбрали наиболее знаковые места для нашего города и определили, где будут находиться тот или иной плакат, указывающий на это место. Потом при помощи Google карт было измерено расстояние до этого места. Получился такой своеобразный навигатор по знаковым местам Полевского. На баннерах изображены обязательные для посещения места и расстояние до них. Это и Азов-гора, и музейный комплекс Северская Домна, и многое другое. Всего 10 баннеров. Красиво и понятно. Теперь гости города смогут без проблем сориентироваться и побывать в самых ярких и знаковых местах Полевского. Сейчас как раз ведется работа по отправке макетов в печать. Рекламные конструкции рассчитаны на размещение баннеров с двух сторон. Теперь каждый уезжающий из города увидит, что его ждут дома с победами, с новыми знаниями, с хорошими новостями. Возвращайтесь, мы вам рады. Игорь Соколов, Алексей Корепанов, новости «Твой день».